Еще 20 лет назад считалось, что для хирургического лечения катаракта должна созреть. Современное оборудование позволяет удалять хрусталики как с начальными, так и с выраженными помутнениями. Однако затягивать с хирургическим лечением катаракты все же не стоит, потому что со временем хрусталик уплотняется, что требует применения большего количества ультразвука в ходе операции, а это оказывает повреждающее действие на ткани глаза. При длительно существующей катаракте возникают дистрофические процессы связочного аппарата хрусталика, что может усложнить технические проведения операции и способы фиксации искусственного хрусталика в глазу. И не стоит забывать о таком грозном осложнении, как набухающая катаракта. При этом хрусталик вдруг начинает увеличиваться в глазу, блокирует отток внутриглазной жидкости, резко повышается внутриглазное давление, возникает вторичная глаукома и, как следствие, атрофия зрительного нерва, что может приводить к необратимой потере зрения. Поэтому при наличии показаний хирургическое лечение катаракты лучше не откладывать.